Второй игровой день сложился для Владимира проще. Наши волейболисты одержали седьмую победу в сезоне со счетом 3-0 и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы зоны «Запад». На данный момент нас опережает лишь белгородская команда «Технолог Белогорье». Напомню, в этом году состав команды волейбольного клуба «Владимир» обновился более чем наполовину. Поэтому в первых турах команда еще только набирала темпы, разыгрываясь и работая над ошибками. Это основные причины нескольких поражений, в том числе и на домашнем поле. Нам необходимо было время для того, чтобы прийти в соответствующую форму и наладить взаимопонимание между линиями игроков. Сейчас уже видно, что команда на должном уровне, что позволяет нам выигрывать матчи и приносить очки. Теперь волейболистам волейбольного клуба «Владимир» предстоит выездной тур. В субботу, 4 ноября, спортсмены отправятся в подмосковное Одинцово на игры 4-го тура предварительного этапа чемпионата России. 5 и 6 ноября экзаменовать наших волейболистов будут хозяева площадки «Подмосковье Одинцово», а 8 и 9 – ЛВРИ «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Предстоящие игры на выезде покажут действительную силу наших волейболистов и их способность бороться за самые высокие места в чемпионате России.